Спецсамолет МЧС России Ан-148 доставил в Москву 4 тяжелобольных детей из Симферополя. Все они нуждаются в срочной высокотехнологичной медицинской помощи. Санитарный борт оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, позволяющим поддерживать нормальное функционирование организма в полете. В пути маленьких пациентов сопровождали специалисты отряда Центра СПАС и Всероссийского центра медицины катастроф, а также психологи. После приземления самолета трое новорожденных детей и девочка-подросток будут направлены в научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Больные все на борту, больные, так сказать, необходимое все имеется. В течение всего полета будет вести динамическое наблюдение за состоянием пациентов. И наши коллеги уже предупреждены, встречать их будут в Москве, и карета скорой помощи доставят в лечебное учреждение для выполнения задачи по оказанию высокой медицинской технологической помощи.